Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкорупська. Я рада вас вітати. Залишайтеся біля екранів, тому що ми будемо говорити зараз про основне, що потрібно нам для більш-менш стабільного у житті – це здоров'я, особливо, якщо це стосується здоров'я наших дітей. І сьогодні в нашій студії Оскіна Тетяна Володимирівна, обласний дитячий імунолог. Доброго дня вам! Доброго здоров'я! І говоримо ми про вакцинації, так? Так. Про те, яка зараз ситуація з вакцинацією на Миколаївщині, з вакцинами, що ми маємо, чого не маємо. І взагалі, якщо у вас виникнуть питання щодо вакцинації дітей, то Тетяна Володимирівна з радістю дасть відповіді на питання, звісно, які в її компетенції, за номером телефону 76-92-42. Це номер прямого ефіру, в ефірі можете задати нам питання. Отже, ми розпочинаємо, а ви до нас приєднуйтесь. Отже, ще раз доброго дня, Тетяна Володимирівна. Останні роки тема вакцинації, вона просто у всіх на устах, у мам, у лікарів. Тут деякі лікарі з мамами стають в опозицію і деякі різні думки щодо цього, з цього приводу. Давайте для того, щоб вже розпочати про ситуацію з вакцинацією на Миколаївщині, взагалі розповісте нам, що таке вакцинація. От таким простою мовою від лікаря, що вакцинація, навіть не торкаючись для чого вона потрібна, я думаю, якщо ви нам розповісте, що це, то буде зрозуміло, для чого вона. Я постараюсь. Ну, вакцинация всегда была, наверное, краеугольным камнем преткновения для не только сейчас мам, молодых мам, но и нашего возраста, и наших мам. Всегда стоял вопрос, прививать детей или не прививать детей. И, конечно, наука говорит, что их надо прививать и обязательно прививать, потому что вакцины, они специально созданы учеными для того, чтобы защитить наших детей, защитить от самых тяжелых и ужасных инфекций, таких как полиомиелит, таких как столбняк, дифтерия, туберкулез, гепатит Б, корь, краснуха, паротит. Инфекции тяжелые, и большинство инфекций практически 100% смертность после заболевания, и большинство инфекций из них дают тяжелые исходы и дают инвалидность на всю оставшуюся жизнь для детей. Поэтому каждая мама должна, я думаю, что каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был здоров и чтобы ее ребенок был защищен от самого страшного в этой жизни. Как нам показала как бы уже история, вот сейчас, в последнее время, были два случая столбняка очень тяжелых в Запорожье и в Виннице, когда жизнь детей стояла просто на волоске. И передавала вакцину из наших областей. Да, только благодаря тому, что нашли противостолбнячную сыворотку, дети остались живы и на сегодняшний день здоровы. Но никто не знает, как сложится ситуация в данный момент с данным ребенком, найдут ли эту сыворотку. А было бы проще, если бы ребенок заранее был уже вакцинирован, тогда бы не было такой ситуации тяжелой. Он бы взагалі не захворів, чи це була б більш легка форма? Что касается столбняка, он бы вообще не заболел. Тобто пройшло если так ребенок и не помітили. Привит, да, в данной ситуации такая инфекция, как столбняк, вакцина полностью защищает. А, к сожалению, столбняк у нас есть, и очень много детей непривитых, и очень много детей под угрозой заболевания, если есть какая-то травма. Будь-яка травма може загрожувати. Конечно, конечно. Поэтому, значит, в календаре прививок есть 10 инфекций, от которых мы можем детей защитить. И, на мой взгляд, которых надо обязательно прививаться, потому что это очень тяжелые инфекции, которые я уже перечислила.
Есть еще так называемые рекомендованные прививки. Рекомендованные прививки – это ветряная оспа, это ротавирусная инфекция, пневмоинфекция, менингоинфекция. Это тоже тяжелые инфекции. Это тоже инфекции, которые дают очень тяжелые последствия и тоже могут детей оставлять инвалидами. Но поскольку не все дети, небольшое количество детей переносят эти инфекции, возможно, оно еще пока временно не входит в календарь Украины, хотя в других календарях, таких как европейские страны, Америка, Япония, они уже давным-давно находятся в календаре и считаются обязательными прививками. В цьому календарі знаходяться інфекції, які можуть загрожувати там епідемію, наприклад, так? Ну, так голосно, могут я быть сказать. Не столько эпидемия, сколько вспышка. Может быть большая вспышка. То есть, конечно, большое количество может переболеть. И об этом говорят вот последняя эпидемия против дифтерии, так называемая, или вспышка дифтерии, которая была вот в 90-х годах. И было большое количество заболеваний, и смертность была большая. И сложилось это только потому, случилось, что большое количество населения не было привито против дифтерии. На сегодняшний день у нас тоже сложилась такая же неприятная ситуация, поскольку последние 3 года у нас было очень ограничено поступление вакцин. Не только против дифтерии, но и против коклюша, и столбняка, и дифтерии. Это группа так называемых вакцин АКДС, так называемых. С полио была проблема по туберкулезу, по гепатиту, ну практически по всем вакцинам. На сегодня ситуация у нас, конечно, изменилась. Возможно, благодаря тому, что под контроль закупку вакцин взяла Всемирная организация здравоохранения, в частности ЮНИСЕФ, и мы им очень благодарны. На сегодняшний день мы получили, самое главное, это вакцина против туберкулеза для вакцинации самых маленьких детей. Так? Это БЦЖ. Поэтому на сегодняшний день у нас вакцина уже распределена в каждом роддоме, по всей области и в каждом лечебном учреждении есть вакцина БЦЖ. И все детки, которые у нас с октября 2015 года не получали вакцину, потому что ее не было, на сегодня все могут быть привиты. Есть вакцина для 6-леток дифтерия столбняк, которую мы не имели вообще с 2013 года. У нас ее не было, и дети не прививались у нас против дифтерии столбняка, поэтому 6-летки могут прививаться. Вакцина АДСМ, так называемая, тоже против дифтерии столбняка, но для взрослых, и делается она старше 7 лет детям. Ее тоже не было с 2013 года, и на сегодняшний день мы имеем достаточное количество для взрослого населения этой вакцины, поэтому мы спокойны, что у нас взрослое население может прививаться. К сожалению, на сегодня еще у нас нет для самых маленьких против коклюша, дифтерии и столбняка вакцины АКДС и полиомиелитной вакцины. У нас есть вакцина инактивированный полиомиелит, это убитая вакцина, которая делается в уколах, ее неограниченное количество и можно прививать совершенно спокойно. И на подходе вот эти вакцины для детей до года, они уже закуплены, они уже где-то вот-вот-вот на подходе в Украину, и как только они прибудут в область, мы сразу распределим и думаем, что к концу месяца, сентября, мы будем иметь полный набор вакцин для вакцинации вообще всего населения. Це дуже добра новина. А чи є обмеження у віці при вакцинації? От які вакцини, до якого віку? Начинаем мы с новорожденности. В первый день после рождения ребенок получает сразу вакцину против гепатита Б. Особенно это касается тех новорожденных, мамы которых так называемые HBS положительные, или они раньше болели гепатитом Б. Этим детям это очень важно получить это в первый день.
Далее в 3 дня получают детки БЦЖ-вакцину и выписываются. Те дети, которые не получили вакцину БЦЖ в роддоме, вот на сегодняшний день. Я хочу обратиться к родителям, чтобы не было никакого ажиотажа. Вакцины вполне достаточно, поэтому я так думаю, что все дети эту вакцину получат. Там чуть раньше, чуть позже, просто не надо занимать очередь, не надо названивать вашу больницу, потому что в одном флаконе там содержится, скажем, только на 10 человек, и они подбирают детей под количество доз во флаконе, как бы так, чтобы вот нельзя, скажем, 13 человек и 10, да, 10 угу. доз. Поэтому в каждой поликлинике все это просчитывается, и детки вызываются под это, под количество доз БЦЖ-вакцины. Если раньше, после 2 месяцев после рождения, нужно было, если ребенок не привитой БЦЖ, нужно было делать реакцию МАНТУ, то сегодня отодвинулось вот это до 8 месяцев. То есть, если ребенок выписался с родильного дома без БЦЖ, и он не жил в очаге туберкулеза и не контактировал с явными туберкулезными больными, ему не надо делать реакцию МАНТУ, и он сразу может делать вакцинацию БЦЖ. Если ему уже прошло 8 месяцев, там как бы расширяются контакты, расширяются эти, где-то они где-то с кем-то контактируют, поэтому надо сначала сделать реакцию МАНТУ, потом делают БЦЖ. Но об этом хорошо осведомлены медработники, и они все в курсе, как это все правильно сделать. Тобто спочатку ми перевіряємо, чи вже немає інфіцирован чи не інфікована дитина. Да, ребенок, і тільки потім можна буде делать БЦЖ. До БЦЖ можно сделать гепатит. После БЦЖ месяц нужно подождать, и через месяц можно делать все остальные прививочки, какие по календарю там идут, какие будут на тот момент. Угу. Чи є якась кількість вакцин до того, як дитина має піти до дитячого закладу або до школи, якщо до школи вона перебувала вдома? Ну, зараз от, взагалі не ставиться так категорично, наскільки мені відомо, тому що раніше категорично, якщо немає вакцинації, дитина не допускалася до навчального закладу. Як зараз з цим? Бо в нас демократична держава. Существує указ президента о національному благополуччі населения от инфекционных болезней. И есть там такая 15-я статья, в которой говорится, что дети, которые не имеют прививок, не допускаются в организованный коллектив. Значит, этот указ президента вообще никто не отменял официально. Поэтому он является действующим законом. И вот на основании этого все-таки все очень строго должно быть, потому что это в интересах каждого ребенка. Каждый ребенок, который идет в детский сад, он начинает активно двигаться, и там нет, скажем, 10 мамок и нянек, и ребенок может упасть. Это первое. И сразу встанет вопрос за столбняк. Привит ли он столбняком? Дети в садике, к сожалению, кусаются. И никто не знает, инфицирован ребенок гепатитом, является он носителем гепатита Б или нет. И поэтому сразу встанет вопрос за гепатит Б. Привит ли ребенок против гепатита Б? Таким образом, это, вот эти прививки, они в интересах ребенка находятся. И каждая мама должна для себя решить, что ей важнее – здоровье собственного ребенка и защита ребенка, либо все-таки те страхи, которые где-то у нее там сидят, необоснованные на сегодня абсолютно никак. На сегодняшний день решается так. Если категорически родители таки против, категорически, да, они могут быть против, то детский сад тут решает уже представитель
освіта, это директор, заведующая детским садом, если она берет на себя такую ответственность иметь у себя непривитого ребенка в коллективе, значит, она его берет. Если нет, то нет. И мы как бы имеем и одну ситуацию, и вторую ситуацию на практике. А со школой там все, ну, намного сложнее, потому что у нас есть конституция, в которой написано, значит, что каждый имеет право на образование. Uh-huh. И вот здесь мы уже не можем не взять в школу ребенка, если родители отказываются. Но тоже каждый родитель ставит своего ребенка в очень опасную ситуацию. Если ребенок приходит непривитой в детский коллектив, и если в коллективе случается какая-то инфекция, то такой ребенок сразу должен быть выведен из этого коллектива. То есть если там идет вспышка, например, того же паротита или той же краснухи, то ребенок выводится практически на 21 день из коллектива. И тогда уже родители решают, с кем его оставлять и как себя вести. Звідки берутся эти страхи батьків? К сожалению, есть очень много источников антивакцинальной кампании, я бы сказала. Это первое, это тот же интернет. Дело все в том, что в интернете, к сожалению, очень много непроверенной информации, та, которая распространяется не специалистами, распространяется вирусологами, гомеопатами, диетологами. Копирайтерами, навіть, которые просто, да, складывают статьи. И, естественно, мамочками, которые... Это как испорченный телефон. Где-то что-то кто-то услышал. Это все накручивается валом, комом, снежный ком, и передается из рук в руки уже совершенно в извращенном виде. Поэтому вот эта вот информация и поступает... А знаете, как говорят, когда есть страх, уже ум не работает. То есть невозможно не проанализировать, и невозможно прийти к какому-то логическому мышлению. Все, страх застилает глаза. Скажіть, будь ласка, ви імунолог вже з досить таким досвідом великим і авторитетний імунолог в нашій області. Тетяна Володимирівна, чи багато на вашій пам'яті випадків було, коли дитина дійсно там геть погано було зі здоров'ям через саме вакцинацію від будь-якої хвороби? Я вже працюю імунологом 21 рік. И вот за эти 21 год, ну, слава богу, смертных случаев у меня не было ни одного. Да, были определенные реакции. Были реакции, ну, достаточно большое количество реакций. Это температура. Это основная реакция на прививки. Возможно, местная реакция, там в течение 2-3 дней это что-то болит, то есть это в зависимости от места инъекции, это или плечо, или бедро, болезненность, гиперемия, то есть покраснение, отечность, да, это все может быть. А вот таких серьезных может быть еще увеличение лимфатических узлов. Но это чаще всего идет на живые вакцины, такие как корь, паротит, краснуха. Очень редко на коклюшный компонент были судорожные состояния. Но это все дело все в том, что если какие-то состояния подобные возникают, надо сразу обращаться к врачу. Потому что не всегда это бывает вследствие вакцин. И очень надо тщательно в этом разбираться. Вот это причинно-следственное состояние, это очень важно в данной ситуации. Потому что если ты вышел из дома, сначала выпил кофе, вышел из дома, и тебе упал кирпич, это не потому, что ты выпил кофе. Тут точно то же самое. Бывает это, ребенок параллельно заболевает, поднимается температура, и на фоне температуры ребенок дает судороги. Но это не потому, что ему была сделана прививка, а потому, что так сложилось. И
присоединилась инфекция, фибрильная температура высокая и на температуру фибрильные судороги. И судороги не на прививку, а на эту температуру вследствие инфекции. То есть вы видите совершенно причинно-следственные вот эти вот связи совершенно другие. И в каждом конкретном ситуации надо разбираться. Взагалі, от ті реакції, які ви назвали, це якісь межі норми, так? Що в залежності, який організм, організм може реагувати якось на вакцину. Але це не обов'язково, що там буде така сильна реакція. А от як правильно робити вакцинацію, щоб уникнути неприємності якихось? От поради батькам, як правильно, як готуватися до вакцинації, як, в який період краще робити. Можливо, навіть, я не знаю, я не фахівець, можливо, якусь пору року краще вибрати, щоб обрати, щоб було краще. Вакцинуватися можна совершенно в любое время дня и ночи, не зависит от сезона. Нет здесь... Очень холодно, поэтому мы не прививаемся. Либо летом очень жарко, поэтому мы не прививаемся. Совершенно никак организм абсолютно это не зависит. Потому что иммунная система работает 24 часа, 7 дней в неделю и 31 день в месяц, и сколько там, 12 месяцев в году. То есть всю жизнь. И каждую секунду иммунная система отвечает на... сотни тысяч антигенов. Антигены – это то, что чужеродное, то, что к нам попадает через кожу, через слизистые, то, что мы съели, то, что мы вдохнули. И абсолютно с этим совсем справляется. Поэтому если вам в какое-то время вот это введут еще там пару антигенов с вакциной, поверьте, иммунная система справляется с этим прекрасно и хорошо. Если ребенок не аллергик, то абсолютно никак готовиться к вакцинации не надо. Если действительно были какие-то случаи у ребенка, крапивницы или какой-то пищевой аллергии, медикаментозная аллергия, то, конечно, желательно там пару-тройку дней попить что-то какие-то противоаллергические препараты для того, чтобы немножко заблокировать вот эти рецепторы, которые действуют на аллергию. Хотя... Если есть случай, то есть был случай, что именно на компоненты прививки доказано, на компоненты вакцины была аллергия, конечно, такому ребенку нельзя делать эту вакцину, потому что может быть реакция еще сильнее, чем предыдущая. Но это должно быть доказано. Для этого треба заздалегідь пройти обстеження, так? Пройти обследование, пройти консультацию желательно у иммунолога, потому что, возможно, как бы врачи семейной практики просто не все это очень хорошо как бы разбираются в этом и знают это. А щодо проведення самої вакцинації, вважати на стан дитини, що я чи має дитина бути повністю здорова, так? Треба пройти терапевта в той самий день, коли вакцинуєшся? Обязательно. Перед вакцинацией ребенка должен осмотреть или педиатр, или семейный доктор. Должна быть измерена температура. На сегодняшний день нет такого критерия, что ребенок должен быть полностью здоров. Если незначительные катаральные проявления будут, там остаточный насморк или остаточная там гиперемия на слизистой зева, то это не считается противопоказанием к вакцинации. Ребенок прививается. Отже, дякую вам за те, що надали нам стільки інформації. Я думаю, що для багатьох наших глядачів було корисно почути. Можливо, дехто знайшов відповіді для себе, який задавав до цього питання, на ці питання відповіді. І ще раз я хочу, щоб ви побажали нашим глядачам те, що хотілося б вам побажати як лікарю-імунологу. Уважаемые телезрители, я хочу, чтобы в каждой семье не было никаких проблем со здоровьем, и чтобы наши дети были здоровы. Ну, а это в наших руках, перш за все. Только так? В наших руках. В наших руках и в руках родителей. Дякуємо вам. З нами була сьогодні Оскіна Тетяна Володимирівна, обласний дитячий імунолог. Хочу вам побажати здоров'я. Спасибо. Тому що від вашого здоров'я також багато залежить, щоб у вас була...
щоб ви були працездатні і ще більше могли проконсультувати дітей та їх батьків. Ще раз дякую, до побачення, дякую нашим глядачам, що залишалися. Не перемикайте, на телеканалі Миколаїв завжди багато цікавого для вас. До побачення.